Еду на высоту 45, либо 44, если... Если выбивают, то бетер у них захвачен, наш. Вышел с техники. Они на меня.
Пустите, сказал меня. Пустите, я все прощу. Зря ты убил, сейчас валимся. Куда надо, не пусть пойдем. Я тут никого не помню. Что-то я не вижу никого на 44-й, поднялся, никого нет. Я наверху, меня не застрелить. Блин, это просто испейн из двух человек. Я вообще красава, блин. Жалко, Товку не успели разложить, так бы и Данта смысле и Паша. Да катал-то я один был. Паша вывез чел, ну, людей, и они выпрыгнули тоже. А блин, а издалека я увидел вас, начали не стрелять. Вспомнили, начали стрелять, а вначале посмотрелся, думал, что их. Паша, меня смыслил, и я думал, не надо было стрелять. Зашли бы сейчас, говорю, типа, надо зайти тихо, не подавать звуков. Он начинает стрелять, короче. Палец, Паша меня убивает. Так Паша там накрыл эту гору, я думал, сейчас мне как прилетит рандомный этот самый. А там залег, въезжал. ГПХ я мне кидал. Нет, меня лучше, знаешь, на мой взгляд, лучше замени на БТР-80. БТР-80А не... На обычное? Да, на обычное, мне кажется, лучше. Или я просто где-то БТР, а там два, в принципе, нафиг не надо. Потому что пушка 37-миллиметровая, точнее. Ну, решает, да. Да, там такой разброс у газа. Знаете, здесь чистить город, самое то, потому что иначе не зайти будет все. Так тут либо Товку тогда убираете, если вы потом обычный 80-й КПВТ, Товку нахрен убираете, только РПГ хвостом. Да. РПГ больше. Иначе это будет вообще жопа, по-моему. Ну, я просто это самое, я поставил на ту листовку из-за того, что два БТР стоит, думаю, в городе ее кто-нибудь додумается на магнитажке разложить, чтобы этот самый. Если ее кто-то увидит, то, думаю, с БТР ее снимут. Поэтому... У нас более манькоплан произошел. Тут просто, понимаешь, людей надо. Если людей больше найти, то тут можно реализовывать все, что хочешь. Можно, короче. Анчар убил, да? Да. И Данта он смыслил. Ну, так он меня смыслил, где граната прям под меня прилетела, вот броник закатилась. Ну, вообще, блин, красава. Ну я успел, кстати, тут гранаты, ну, не так сильно убивают, то есть мне броник спас из-за гранаты, я прям не лег. Можно придумать, короче, такой манькоплан. Это, допустим, наподобие связаться что там с СПГ, короче, и нам туда ходить, и их сюда зазывать. Типа, может, но что-то они... получится. Ну у них на. Ты имеешь в виду СПГ, на котором Паша играет? Да. Ну так у них же время по Владивостоку. А. Ну, у них плюс 4. То есть у них, может, кому-то интересно. Да. Нет, ну если кому-то интересно будет, да, я же говорю, если интересно. Игры там сколько Паш проходит и когда? У меня в 5 часов, минусуйте, 4 часа, сейчас, то есть по Москве, да. А, не в какие дни просто? Среда, суббота. Среда, суббота. Смотри, как сейчас суббота вообще без проблем. Рокки джампнет. Он РПГ-ху в здании раскрыл. Азарт, кто? Азарт, да. Он додутился, если сейчас стрельнет в РПГ-ки, его кинет вверх. Азарт сейчас не за территорией, вроде бы. Да, вот, за... я же говорю. Он на территории. А чё за хрень с РПГ-ха 7? Я под навесом стрелял однажды, у меня тут... бессознанка. А тут под навесом этот, сплэш. Тут как-то он странно работает. Тут выставляется, походу, дальность выставляется, либо прям по сетке. Я тоже не понимаю, как тут. А я смотри, там у тебя выставлено сразу. Ты как одеваешь прицел, у тебя сразу выставлено 500, так что тебе надо сразу. Ну, типа, только по сетке стрелять, все сразу. Ну так я по сетке стреляю, но оно как-то раз через раз поймали. Паша, а то, если ты снимаешь. Это триггер отталкивающий. Я хотел просто. Или слепляющий, я хотел его сюда просто засунуть, но бис так и не нашел нигде. А сам он пилится. Я просто. Не выходи. Скинь потом как-то. Время будет свободное, этот самый. Куда скинуть? В скайп же можно просто команду или там. А, сам в файле. Этот, в чатик там? Да. Есть. Потому что, ну, то есть я тут специально триггер сделал вокруг города, чтобы дальше не выходили, потому что это будет очень долго и нудно. О, а вы на месте сейчас стоит. В кустах или где? В кустах? А, ну, он, да, чуть поднимается. БТРы долго горят здесь уже.
Все я, этом, я думал забежать, сейчас влететь под шум этих шкварчащих боеприпасов. Думал влететь, сейчас там мне сказали целое отделение. Думаю, ну сейчас нас масляные. Два человека! Да-да-да. Эти два человека так поливали, мне думал, там реально отделение сидит. Я еще говорю, с чем стреляешь, чем стреляешь. Главное, он один стреляет. Это самое, знаешь, в чем прикол? Вот если ты говоришь, что там один человек, никто не забивает, ну то, что проверить, а там оказывается отделение. Когда говоришь одно отделение, все начинают сразу всю территорию просматривать. Полностью всю и находят хотя бы одного или два этих человека. Это тут так работает. Тихо выйдет. Так мой труп нашел. Тебя с Пашем убило, да? Да. Успел я уползти. БТР что ли не видели совсем? БТР? Что-то как... Ну вот, вот ты смотрел в мою стороне, сторону, там я выехал. Смотри, в чем прикол. Мы шли по той стороне, заметили БТР Данте, а Анчер начал стрелять. Я выхожу с пригорка, вижу твою БТР, я ору ему. Типа скидывай часть товки, я сейчас буду товку свою раскладывать и стрелять. И ты потом Данте, он начал стрелять. Данте тоже начал стрелять в ответку, ты начал тебя орать, начал разворачиваться, я так и смотрю, что на меня смотришь. Суть в чем? Я выезжаю, мне говорят с моей позиции, я между гор 45 и 44 выехал, мне говорят на 44 враг. Я останавливаюсь, пересаживаюсь на стрелка, разворачиваю башню и смотрю, что бегает чувак какой-то непонятный, и он в мою сторону вообще даже не смотрит, то есть на меня такое ощущение не заметил даже. Я смотрел, я... поворачивался, дыхалка просто кончилась. У меня такое ощущение было, что меня вообще не заметили. Я вот начал поливать. Такой вылез. Только раз тогда заметил, меня... начал орать ему, чтобы товку собрать. Потом снова выхожу за пригорка, ты уже на меня смотришь, такой, блин. Справки, товка собирается буквально на секунд 10. Я знаю. Поэтому тут... Слушайте, смотрите, здесь обороне, ну то есть сторона РПГ-хи не седьмой дайте, а вот что там, 26-я, да, там 26-я. Есть еще. Ну, она одноразовая. Одноразовая и малая, малая дистанция. Малая дистанция. То есть, если БТР смотрите, будет 80-й, РПГ-ха с малой дистанцией, то все. Ну а тогда, значит, БТР поменяю, Чар, и РПГ-хи выдам. Чар сейчас. Я просто семерки выдал, я семерки, знаете, для чего выдал? Ну вот именно русским, чтобы выносить, ну, не, давать взрыв пакета, чтобы вынести этот. 19. То есть там выстрел буквально от РПГ-хи и М16 взрывается. Взрывчатку пусть подходит ближе, что. Но я так подходит. Взял на всякий случай, думаю, не знаю, дал РПГ-ху, вот и все, дал и бетер вынесли. Да. Там же она написала, что в каком-то из ангаров, в каком именно, не указывал. Это знаю, ну, что оно стоит так, ну. А с чего так долго долбили? То есть, как ощущение, миномет какой-то был. Или АГС. Я мы ничего, у нас там ничего нету. Я тоже не стреляли. Кто это стрелял, честно говоря. Ты так долго долбило, непонятно что-то. Может, я, конечно, знаю, это взрывался этот, УАЗик, наверное, этот. Не УАЗик, нет, не УАЗик, это у Данты. БК-ха взрывалось. Лань. Нет, смотри, интересно, заметил совы Арчера? Этого Арчера или нет? Да, так нет. Анчер. Что, слышишь? Смотри сейчас со стороны Абы. Вулф. В чем фигня-то? Взрывалось до того, как мы подъезжали. То есть, что-то взрывалось до того, как мы подъезжали, а не после. Как я приехал, ты уже БТР взорвал. А это там, короче, не этот хаммер сожгли. Короче, с азардом. А почему эти взрывы рядом с моим БТРом были? А, эхо большое. То есть вся прелесть РХС. Ты не можешь понять, откуда по тебе стрелять, надо ныкаться. Понятно. То есть они вообще не собирали, даже не смотрели, чего они сделали. Ну то есть ты видишь, то есть вот хаммер, да, он в этом в ангаре стоит, а взрыв было слышно аж к нам, то есть отдавало гулом. Но казалось, что поливает где-то рядом с нами. Я, кстати, зачем ты разбежишь? Я очень был вот это ковырялся с этими лестницами, потом я вспомнил, что там выход есть через вот эти шахты лифта в этих многоэтажках. Ну, решил уже оставить, думаю, пофиг. Там они как-то херово действуют, ты можешь позайти на самый верх и дальше не пролезть. Ну да, я лестницу. Скрыл его перенесли, допустим, выход, очень вообще дверь там маленькая. И вообще. Ну, в общем, так сказать, кривой перенос был. Я не знаю, я тут базу особо не ставил, чтобы, ну, то есть, ну, как бы сказать, FPS было побольше, ну, что если я понаставляю объектов, то будет весело. Ой, сейчас труху могут вынести. Он как-то не очень хорошо стоит. Я же сказал, что враг с севера идет. А там это... Булл, а вы не видели этих Абрамсов там? Вы Абрамсы видели, что в ангарах? В ангарах? Да, но они это самое, они закрыты стоят. Ну, да. Это как бы военная база, поэтому там стоят Абрамсы в этих самых.
Дал бы хотя бы Хаймерсом 2 и ПГХ и все. У вас ставка есть против беттеров, то есть логично. И у вас трубы, у вас трубы есть, 76-е. А, вот и мортиры эти все. Да. Одна свернута, другая развернута. А это, походу, ее кто-то свернул. А хотел пострелять! Я походу карточку перевести, короче. А я вот не помню, они закрыты или не закрыты. Вот это вот я не помню. По-моему, закрыты. То есть ее свернуть можно, но из нее не постреляешь при большом желании. Если с нее можно будет стрелять, это будет уже такое. Такой себе гейминг. Триггер вот вина. Что, кстати, там азарт? Что там делать азарт? По карте стреляет, что ли? Вот. Есть, кстати, спрей. Кстати, прикольно работает. То есть берется спрей в руки, и ты можешь рисовать на любой поверхности, просто через менюшку, крестиком обозначать любые, допустим, цели. Если там подъедет танк, допустим, то есть он может знать, что в этом проекте здание противник сидит или что-то еще. И очень много, то есть, комплектов типа разминировки и прочее. Предлагаешь использовать? Блин, ну короче, азартно, блин, такое себе. Ну, блин, смотри, что они делают. Этот сам. Ну, там очень много еще есть вариантов, то есть обрезка сетки, то есть с этим, с подрывным устройством тоже, кстати, система хорошо сделана. То есть нужно поставить, потом либо подключить на таймер, либо подключить на взрывчатку. И то там тоже определенный радиус, если нужно, чтобы у тебя была еще эта взрывчатка. Точнее, этот таймер сам. А, у нас еще играют, там мне труха спрашивает, типа, тушить, не тушить, он просто никого не видит. Я ему написал, что не надо, типа, отвлекать. То слева зайдут, короче, вынесут его. И он ушел. А сейчас может АВЭОСа Эос палить, кстати. Труха, да, по идее может. Да он там в каких-то кустах шарится. Ну, да. Кто? АВ. АВ? Что-то шарится. Что-то ищет. Помидоры. Привет. Чё, хочешь машину сейчас или чё? Чё он делает? Остановите его кто-нибудь! АВ? Нет, труху. Хана. Нет, тут машины ж не взрываются. Какие кончены! От него что, не заметишь ли, да тут с этим, с Деймосом? Да ну, каждый своим делом занимается, что? Там не видно, да. А, все, хана, хана. Сдалека русский с этим очень похожи. Все, хана, трухи. Не факт. Ползет, без ног, но ползет. Это мой рай. Героически умер. Спиной к врагу. Ноги, где мои ноги, что? У тебя их нет. Моя спина. Мой позвоночник. Сколько можно, то идти чего так долго? Ну, как-то так. Долго, они технику, главное, выбили. И всё. С одной потери. Шло два человека, один человек только загнулся. Они только технику выбили, и там фихтурка теперь бегает по триггеру. Я вот на карыче азарта смотрю, чё, твою мать. Да эти он сейчас друга постреляет. Да они же по всем стреляли, по своим. Вот по себе стреляют. Русские с американцем очень далеко похожи в плане формы. Путать. Блин, а где вы? Не знаю. Где вас нет даже в черте города? Кто меня убил? В плане есть в черте города. Посмотри, Альфа 1-1. Не прошли там, там проход есть. Там вот. Есть проход сбоку, да. Да, там, и там короче, шипы, просмотр. Чтобы техника не проехала. Вот, видишь, что? Там сейчас можешь от Деймоса смотреть. А, вижу. Они вот там дальше, вот видишь, доки стоят сзади, вот они оттуда. Там стреляли. Где Товка стояла. Мы также проходили. Которую кто-то было трудно тебя не убить. Но... Нет, они в первый раз что-нибудь заметили, главное. Да. Саничер. Слушай, Паша, я не знаю, что здесь со стаминой делать. Либо я как-то, может, в Аисе поковырять, либо какой-то модуль. Я попробую поднять, посмотрю, как они там скриптуры. Потому что я не могу понять. То есть даже пилот, у которого ничего нету, он просто, у него лодыжка пятиклассник. Жирного, чем это который ни разу не бегал. Туберкулезника, да, 40 в легких. Я серьезно не знаю, что за фигня. То есть снаряжение там 25 килограмм, а он уже все пыхтит вот это вот. Фига себе, 25 килограмм, ты попал. Хана, короче. Он смертный шпагат сделал, лол. Красиво. Я включил этот самый, то есть мне теперь следы от пуль показываются. Там в редакторе. На этом.
А я, кстати, буду, собственно, скорее всего, пойду на этот, на Великую Вторую против Вовсом пойдем поиграть. Великую Вторую? Ну, Вов 2, да. А сколько он здесь? Сегодня? Сколько он сегодня? Он... Он? Я не знаю, это они сами создали просто сервер. Ты можешь, хочешь, можешь скачать моды, там Гигов, по-моему. А это когда он, что, сегодня, что ли? Ну, сегодня, ну, не так создали, то есть сами для себя, то есть, как кого, знаешь. Я не знаю, когда фиг будет, ну, может быть. ДТС уперся в забор. Да ДТС шел спиной. Ой, забор. Там удочка стреляет. Кто? Азарт. Видишь, сзади азарда там чайка летит. В воздухе просто на месте. А это спектатор какой-то, по-моему. Да? Возможно, я не знаю. Ты думал, хочешь обойти, что ли? Там же, походу, нет. Там не выйдешь. Там... Нет, там снизу только обойти можно, если переступить аккуратно. Вот я, зря, я за азардом летаю. Понятно. Почеши ему спинку. Я вот прям над ним. Анчер что-то кого-то выглядывает. О, все, хана азард. Если он сейчас ходится. Что уже стреляю? А, это забор? А, забор. Забор сама. Просто А3. Блин. Не, это не сбаланс, с такой оптики. Дали говняную оптику от Рпльдехи и заставили стрелять. А ты же можешь снимать, ты что? Это она игрово дается? В плане оптика от RPG, а, нет, не понял. Данта, в чем прикол? Когда ты, допустим, на RPG выдаешь оптику, она автоматически дается и на коллаж. Вот это проблема. Вот, короче, это, вот этого я не знал. А это еще на прошлой миссии было. У меня так это RPG-шник взял. Это на прошлой миссии. А это было так? Надо поковырять, короче. Я это что в редакторе заметил, когда был в пустыне делал? Не, ну то, что оптику скажется, то с RPG на... Стреляешь такой. Блин, а вы с биноклем смотрите, смотреть не можете. Высматривай. Блин, я вот Анчер вообще просто покрасти все сделал. Ну какой-то нормальный, ну. Смотри, вот просто Анчер. Он раньше играл, я просто не знаю. Вроде бы выиграл, потому что ник знакомый. Первый раз просто видел. О, справа выбежит! Интересно, заметить, нет! Не видит. Боди! А вы его сбите? А вы что делаете? Чё вы делаете? Ну ходит. Видел. Кто кого? Вот, всё. вот увидел. Анчер, АВ. Бам. Да не. Я бы с РПГ уже стрелял. Дай хлопчик. Ой, попал. Срикошетил первый раз. Все, хороший Анчер просто затащил. Анчер вообще красава. Чё? Данте, руки оторву за такую оптику. С Влани оптику, я не видел этого. Да это бака в армии. Все загнулись, а что тут брейчпоинт? А, все. Все нормально, да? Все, тут победа. Зе минус 5. Ну блин, Анчер вообще покрасив все сделал, блин. Почему минус 5? А, я с машинкой, наверное. Машинка из-за того, что да, засчитала. Блин, Анчер.